Марийские народные приметы. Осень, часть первая. Засушливая весна дождливой осени. Деревня Монакова Малмышского района Кировской области. Вторично зацвели яблони дождливой осени. Деревня Малый Малакас Звениговского района. Летом на деревьях виднеются желтые листья к ранней осени. Деревня Кугинер Советского района. Листья желтеют с макушки дерева, снег выпадет рано. Будет короткая осень. Деревня Киебак Калтасинского района Башкирской АССР. На деревьях листья начинают желтеть со ствола к долгой осени. Деревня Киебак Калтасинского района Башкирской АССР. Обилие плодов рябины к дождливой осени. Деревня Нужьялы, Медведский район. Если ромашка зацветет к началу осени, осень будет продолжительной. Деревня Старобедеево Нурьяменского района Башкирской АССР. Поздно сереет заяц к долгой осени. Деревня Кокшамары Звениговского района. Если белки покидают свои гнезда, осень будет продолжительной и теплой. Деревня Немецсала Маркинского района. Мыши готовят гнезда снизу копны к сухой осени. Деревня Комина Медведевского района. Продолжение смотрите в следующих выпусках. До свидания.